Приветствую всех. Да. Conan Exiles. Всадница без головы. Ну, я начинал играть, когда жаловался на то, что игрушку мою любимую убивают. Начинал играть без модов сразу же, но забыл, что там в модах и пресеты, и все остальное. Поэтому создал девочку. На самом деле, интересный эксперимент. Когда я верну обратно моды, вернется ли ее голова, созданная именно мной. Да, почему приходится отключать, какие-то моды влияют на, не знаю на что, но есть задание потратить очки характеристик. Путешествие. Этапы путешествия. Потратьте очки характеристик. Оно у меня уже, в общем-то, получается, записалось как исполненное. Поэтому можно сейчас выйти, включить моды, ну и посмотреть, что у нас получилось. Но пока можно поприкалываться. Бес демон. Где ты? Где ты, демон бес? У меня головы нет. Я сама демоническое существо, блин. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire. Да, моды мне пришлось отключить, чтобы вот это вот этапы путешествия нормально сейчас проскочить. И потом мы их обратно включим. И посмотрим, вернется ли созданная мной девочка, или же будет не пойми чего. Так, а чтобы сделать каменное оружие, надо распределить очки талантов. Слезь, 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 слезь. Мартышка безголовая, блин. Ну вот она, дорога ведет на север. Ну, мы продолжим уже, наверное, когда вернем девочке все-таки нормальное обличье. Ну, наша девочка вернулась вся целая и невредимая. Со всем, что она имеет. Вот, вот такая она у меня получилась с модами. Да, немножко нелорная одежка у нее, конечно же. Так, делать подстилку, да? О, у меня нет веревок. Надо будет пособирать полезности. Ну, сначала пойдем почитаем. Нелорная девочка, нелорная. Нелорная. И не коровистая. Точно мне напишут дизлайки.
Создал не такую девочку, как надо, еще и чуть не убил бедняжечку. It makes sense to me that the cowardly fools that they sent to do the job would not have the courage to kill me. They are mongrels, the cast-off bloodlines of slaves and commoners, and such as they do not dare to spill royal blood. Что нам позволяет делать подстилка, она позволяет нам воскресать на ней. Я, в общем-то, плюнул на такую глупую штуку, как при смерти теряется все. Уже с таким наигрался, уже меня этим не удивишь. А с другой стороны, бегать за трупиком своим мне как-то лениво, чтобы собрать свои вещи. Все равно это не хардкор, это не тот режим, который есть в Диабло. Одна смерть и создавай нового персонажа. Вот. Поэтому, раз мы возрождаемся, какого хрена вот это заниматься галиматьей, блин, и бегать за своим трупиком, чтобы забрать свои шмотки с него. Меня это уже не впечатляет. Так, у меня палочек нет, ёсана бабай. Ну, и постилочки очень часто применяют как раз, когда идут мочить босса какого-то. Вот. Чтоб рядом с ним как раз и возрождаться. Потому что постилочку можно положить в любом месте. Вот, как сейчас. Я не знаю, выживу я в этом бою или нет. Мне дали задание убить врага. Можно сделать автозахват цели. Вот в новой версии, как бы вот эта атака правой кнопкой мыши сразу дает врагу дебаф. Такой вот достаточно солидный. Так, а, блин. Нужно это, чтобы собрать все поверженного противника, включая его запчасти, которые можно скорчить. О, мне еще достался лук, мне лук не придется делать. А там кокодрила. Кокодрила убила двух чувачков. Но в данном случае лучше всего не применять автонаведение, потому что, как видите, кокодрила меня тяпнула и довольно быстро бегает. О, я не успею. Upside down. Сделайте грубую повязку. Я ее как раз и делаю. Вот повязка, она будет завязываться, и крокодил ее сейчас за жопу, блин. Хватит. Да хватит. Ну вот, я сказал, лечение прекращено. Но я тут не мастер уворачиваться, у меня пальцы не пианиста, а станочника и кузнеца. Поэтому хватаю я, если что, больно. А вот гибкости у пальцев нету, смотри. Давайте, давайте, разбирайтесь. Спасибо тебе, черепашка, что ты мне помогла. Опс! Она атаковала. Мне какое-то время есть, чтобы атаковать ее. Дело в том, что... О, тяжелая атака она. Оп-оп-оп-оп-оп! Девка, девка, отбегай. Как видите, наша девка тоже местами подвисает при атаке. Оп, давай, отходи. А, промахнулась. Так. И кинжалы хороши тем, что дают кровотечение. Ну, наша девка мяском обзавелась. Мяском, шкурками. Ну такая классная игрушка.
Мне нравится, честно говоря. Сейчас мы еще яички позабираем. И мы перегружены. Да, поэтому надо характеристики. Ох, тут их все поменяли немножко. Живучесть, сила, выдержка. Может повышать доспеха, мастерство, авторитет, честно говоря. Их поменяли в зависимости, то есть в отличие от прежних. Вот. Но. Прежних было больше навыков. И, в общем, да, ну, сейчас подупростили. Сейчас все урезали до невозможности. Так. Да, у меня стоит мод на полный лут с поверженных противников, поэтому что на них было одето, то мы и собираем. Это, в общем-то, достаточно реалистично и позволяет что нам сделать? Позволяет нам, в общем-то, практически сразу одеться. Юбка 8, уделки труселя единичку. Одевай юбца. Так, насисник 1, 2. Надевай. Будешь ты не такой привлекательный, но зато более защищенный. Так что у нас... Ох ты, смотри. У меня короткие кинжалы стальные 11, а мои каменные 5. Так, ну лук пока у нас стрел нету. Пока стрел у нас нету, отделка у нас опять. Выдержка, выносливость, восстанавливается запас сил, повышает показатель доспеха. О боже, как же вовремя, мать вашу, а! Так, ладно, ну, нет, она также медленно ходит. Она у нас перегруженная получилась. Господи, ну зачем тебе детеныш панцирника? Выкини капу. О, теперь мы забегали. Надо наполнить свой бурдюк. Ну, то есть пожрать. Ну, к сожалению, на этих вот кострах мы готовить ничего не сможем. Мы можем готовить только на своих. А если честно говоря, уже потерял нашу эту самую. Вон она, по-моему, лежит. Постилочку. Слушайте, ну бинты, правда, бинты в этой версии как-то лечат очень быстро. Постилочку мы можем взять. Так, забрать. Вернуть в снаряжение. И нам надо пополнить наши бурдюки. А девочка больше хочет кушать, но задание есть задание. Начинающий повар. Надо открыть знания начинающего повара. Давайте отойдем в чуть более безопасную зону. Мы открыли стражей. Ой, не трогай меня. Не, ну это не самец. Самцы, которые с красной шкурой, они агрятся. А эти нет. Привет, чувак. Мы выучили биржевые плоды. А, нет, выучить. Алона Вандера. Что-то по-английски нам сказали. Ну ладно. Чувак, нам надо открыть знания начинающего повара. Где же вы, дорогие мои, есть? Вы, по-моему, у нас строительство по выживанию. Кажись, тут должны быть. Разведите костер. Характеристики, параметры. О, блин. Не то.
Я уже отвык от этой игры и за других игр. Я уже забыл, как тут крафтить. Да, вот она, у нас же тут есть, да. И вот он наш костер. Вот ты, блин. А, я чудю. Так. И на это тебе веточки нужны. Это вот по темноте шарится, собирать где-то веточки, а? Прыгать надо аккуратно, потому как можно без навыка и с небольшой высоты бухнуться. Ну тут светлей как-то. Так, разведите костер. Делать. Топор. Делать. Руки, ноги. Убрать. Топор сюда. Насекомых сюда. Так, 6. Поставить. Поставить топор, то есть топор, костер. Поместить немного топлива, но это опять же у нас веточки, хотя, по-моему, может и трава, но не факт. Будет ли трава работать? Да, будет. Потому как у меня моды, может, не с модами будет работать, но у меня моды. И... Ой, где мое мясо? Так. Давайте приготовим мясо. Сырое есть нельзя, трава нюхся. Пока соберем немножко алоэ. До этих червячков гнушаться не стоит. На голодуху и червячка заморить. Ну вот видите, в ванильной игре вот этих вот городов, вот этих кораблей нету. У меня есть. Поэтому я хочу строиться на реке. А ну, настройки. А, видео низко. Стало намного красивее, ну и вроде бы как тормозов практически нет. Может быть, немножко есть. У нас прогорело все. Съешьте приготовленную еду. Так. Ну и его мы тоже можем взять с собой, этот костерок. А теперь нам надо выбрать этапы путешествия. Выжившего мы закончили, награда материалом. Забрать награду. Ну давайте. Укрытие для выживания. Перейдем к другому путешествию. Что за материалы мы получили? Так, и у нас, наверное, сразу перевес. Нет, перевеса не получилось. Мы получили дрова, там еще, по-моему, что-то. Нет, только трава, дрова и траву. Мы получили. Ну и нам надо знать, открыть знание кирпичника. Это у нас в строительстве. Desert build. Так, так, так. Desert. Ученик кирпичника 2. Вот. Дальше надо срубить дерево топором. Хотя нам только что насунули кучу деревьев. Собирать бревна тут не надо. Сделать молоток строителя. Так. 5. Девка все тараканами забила. Так, погоди. Тараканов сюда. Вот это вот тоже сюда. Пожалуйста.
вытяжку из алоэ сделай. Так. И вот молоток строителя, по идее того. Нет. Молоток строителя, вот он. Да, кинжальчики-то побитые. Ясно, ни одной плывущей лодочки пока не вижу, чтоб она нас подвезла. Она пока еще алоэ делает. Ну, а пока на это все наделается, у нее начну продвигаться. О, не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Дружок, с тобой мы драться определенно не хотим. Пока он для нас сильно жирный. Так, плот плывет, но не туда плывет. Совсем не туда плывет. Слушай, какой наглый, а. Не, нифига, глянь, не отстает. Отстал. Ну, блин, только хотел его заманить на этих самых аборигенов. Он взял и отстал от меня. Так. Ну, бывает такое, когда она сбивается. Ну что, я постройкой фундамента буду заниматься, когда уже добегу до места, где хочу строить свой замок. Это будет именно замок. И, наверное, там тогда я уже продолжу снимать эту серию. Если вам, конечно, было интересно смотреть, то заходите, будет продолжение этого путешествия. Пока тут... занимаемся грабежом и насилием. Так что да. На этом я, наверное, серию закончу, чтобы она слишком длинной не оказалась. Ну и, в общем-то, надеюсь, вам стало интересно и буду ждать вас на своем канале. Так что до скорых встреч, дорогие друзья.